Всем привет! Вы на канале Live Crypto. И в этом видео я хотел бы поговорить о проекте, который получил название как Reindeer. Данный проект связан с облачными технологиями, облачным хранением, облачным хостингом и также с применением технологии блокчейн. Это своего рода будущий конкурент таким сервисам, как Amazon, Azure и также таким, допустим, как open source хранилищем, которое использует, допустим, те же разработчики, как GitHub. Прежде чем приступить к разбору проекта, давайте пару слов об непосредственно ICO, о его деталях. Как видите, что токен будет называться как RDT, Reindeer токен. Кстати, вот его есть даже здесь адрес контракта токена. Также хочется сказать, что он строится на платформе эфира. Как видите, для платежей применяются эфиры. Также вот есть ссылка для байт-листа. Как вы видите, старт продаж, который на раунде при ICO начался 20 декабря. В принципе, у нас продажи будут идти до 31 июля. Цена токена, как видите, 1000 эфира. Софткэп у проекта 4000 эфира. Хардкэп 625 тысяч эфиров. Минимальное вложение, которое для участия в ICO, это 2 эфира. Ну и также токенов supply, циркуляция, это будет 2,5 миллиарда. Как вы видите, в основном 50% токенов пойдут на продажу в стадии ICO. Также 10% отойдет адвайзерам и акселераторам. Также 10% команде и 20% пойдет в фонд. Итак, давайте, что по поводу непосредственно самого проекта. Как я уже говорил, если говорить проще, то Reindeer — это своего рода смесь проекта GitHub, Microsoft Azure, Amazon и других похожих облачных сервисов, только с расширенным функционалом, повышенным уровнем безопасности и к тому же полностью бесплатно. Да, на платформе Reindeer пользователям не нужно будет платить за услуги облачного хранения и размещения проекта. Даже наоборот, самые креативные создатели, инженеры, размещающие на Reindeer свои проекты и идеи, смогут получать вознаграждение в виде токенов RDT. Толчком для начала разработки проекта Reindeer и для его создателей послужил один недавний инцидент, в ходе которого 28 миллионов пользователей пострадали от взлома серверов облачного хранилища. Ну и, естественно, были потеряны важные для людей данные. К сожалению, такие случаи не редкие и случаются достаточно часто. Как вы знаете, взламываются сервера, взламываются почты, и, конечно же, данные утекают к мошенникам. Соответственно, хочется найти какой-то сервис, который будет наиболее безопасен для хранения и, в принципе, держания что-то в облаке, каких-то данных. Также хочется сказать, что часто происходят перебои с такими сервисами, допустим, как GitHub. Тут часто организовываются DDoS-атаки, потому что, опять же, там хранятся коды, там хранятся детали проектов. Поэтому, конечно же, это все становится добычей для мошенников. Ну и, конечно же, это все вредит, в принципе, работе любых сервисов. Блокчейн, кстати, применение технологии блокчейн позволяет создавать самые защищенные и надежные платформы, имеющие практически 100% гарантии от взлома и DDoS-атак. Единственной уязвимостью блокчейн – это атака 51% или угроза двойного расходования. И для того, чтобы обеспечить свою платформу от этой напасти, создатели Reindeer решили строить свой проект на базе блокчейна Ethereum, огромное количество майнеров которого защищает сеть от подобных угроз. Также здесь вот дальше представлена информация. И, в принципе, что интересно, что команда проектов приводит информацию, в принципе, как по клауд-сервисам, которые сейчас в мире, как идет развитие у них и, в принципе, как они работают, как куда двигаются, точнее,
Ну и roadmap, естественно, проекта, а также миссия. Ну, достаточно много информации. Плюс достаточно серьезная информация по поводу команды. Хочется сказать в двух словах, что она достаточно опытная, поработала в хороших проектах и, соответственно, по крайней мере, думаю, технически и обладает всеми необходимыми способностями и бэкграундом для того, чтобы данный проект состоялся. Есть еще ссылка, допустим, на GitHub проекта. Здесь можно посмотреть и языки, которые используются, ну и также информацию по токену и, в принципе, по проекту на GitHub. Ну, в принципе, это и есть. Также подключайтесь к сети, к Твиттеру, к Телеграму проекта для того, чтобы быть в курсе последних новостей. На этом все. Спасибо, что смотрели данное видео. Всем пока.